Все, дорогие друзья, готова я ехать. Вот так вот оделась, накрасилась. В целом еду в спортивных штанах, в кроссовках и вот в таком вот виде. Пожелайте мне ни пуха, ни пера. Я очень надеюсь, что все будет хорошо и мне скажет радостную какую-нибудь новость. Ладно, в путь. Всем привет! Сижу уже в онкологическом центре возле 205 кабинета. Жду приема. Как мне эта маска бесит. У нас время уже 8 утра, приехали мы в 6. Так что как-то так. Вот мой кабинет. Это онкологический центр. Тут людей очень много. И ждем. Вот я в ожидании на 9:15 записана. Сидим, ждем. Все, дорогие мои друзья, взяли у меня анализ, прокололи мне шею. Теперь жду результат. Я попросила побыстрее, так как я не с этого города, и мне согласились за определенную сумму, конечно. Это платный результат, поэтому ждем. Сказали, через час будет готов. Многие боятся ехать на биопсию, но, ребята, это нисколько не больно. Чуть-чуть терпимо, знаете, так, немножко, но это терпимо. Ждем результат и скажут, что и как. Надеюсь на лучшее. Все, дорогие мои друзья, сдала я анализы, иду на остановку и поеду домой. Все у меня хорошо, надо будет только наблюдаться у эндокринолога. И надо будет сдавать биопсию раз в полгода и УЗИ делать. Так что вот так. А так все хорошо. Я рада, прям с души камень спал. Иду на остановку сейчас и поеду туда на станцию на билет купить. Билет куплю, а потом уже... Скажу деткам вкусняшек возьму, потому что они ждут вкусняшки. Ладно, едем домой. Пермь город большой. Шумный очень. Непривычно даже. Верите, нет, вот непривычно. Сейчас иду на остановку и поедем домой. А я была вон там, вон в той степи больницы. Сегодня у меня знакомые тоже туда же ездили, в онкологический центр. Ладно, сегодня ветер большой, поэтому извините, если будет шумно. Едем, едем домой, ура!
Все, дорогие друзья, приехала я домой. Жду, стою автобус. Сейчас пойду домой чай попить, потому что горло после того, как сегодня проткнули, очень болит. Боюсь, как бы это не заболело совсем. Ладно, жду автобус, едем домой. Деткам сладости везем. Дорогие друзья, я уже дома, уставшая как черт. Горло болит очень сильно. Но мне сказали, оно будет дня два болеть. Ну что, в целом, зашла в магазин у нас здесь, купила молоко. Потом мне Оксана звонила, просила купить морковку корейскую. И я увидала еще имбирь. У нас уже на автостанции брала. Дальше, что я привезла деткам? Ну, давайте вот с этого пакета начну и сразу раздам. KFC, тост, твистер. На всех, кто один не разделить. Но я, по идее, привезла тем, кто еще не пробовал. Дальше. KFC, тут какие-то наггетсы. Два салфетки с антибактериальным эффектом. Слушайте, вот я не знала, у меня руки все были грязные. Трубочка от коктейля. Знаете, вам эти стаканы от коктейлей. Да, я по дороге купила. Потом дальше картошку фри, это для маленьких. Отнеси Ване, Марине, Оксане понемножку. И два кексика. Марине с Ваней и Оксане. Его больше нету. Так, дальше, что я взяла деткам? Ну, мятные конфеты взяла. Не только деткам, всем. Иди раздели на всех, а это я потом разделю. Ну, раздели пополам. Нет, Ване, Марине, Окси, это. Потом взяла имбирные печеньки. Они что-то дешевые были, по 30 чем-то рублей. Чисто взяла на пробу. И взяла лаваш, ребята. Там на автостанции продают лаваши. Там прям пекут в специальной печи. И я уже не первый раз там беру. Очень вкусные, кстати, лаваши. Дальше заходила в Фикс Прайс. Взяла себе два зеленых чая. Деткам взяла вот такие вот пироженки. Знаете, дайте всем по пироженке. Также деткам я взяла конфетки. Также деткам я взяла вот такие вот желейки. Маша, не трогай. Вот такие вот желейки. Так, также, Света, иди сюда. Подожди, говорю, не трогай, положи пока. Света, вот такую вот увидела штучку для этого, 74 рубля, вот такая, на, держи. Взяла, взяла посыпку на Пасху. Вот такую вот увидела тоже в Фикс Прайсе. Оксана, скажи, пожалуйста, что ты у меня просила? Клей. Взяла Оксане клей. Еще что просила? Как так не помню? Нет. Лак прозрачный. Вот такие вот я взяла два лака. Но это не только Оксане. Расцветки вот такие вот. Дешевые, что-то по 25 рублей по распродаже взяла. Также, Света, иди сюда. Свете надо было черные тоненькие маркеры. Я взяла вот такие вот тонюсенькие, как ручка. Один маркер. А второй маркер двухсторонний. С одной стороны толстый, с другой стороны тоненький, но синего цвета. Держи. А себе я взяла вот такой вот серебристый карандаш. Что-то тоже 50 с чем-то рублей. И папку для документов. Все. Это не... А, ну в косметичку убирай. Все, вот такие вот все покупки. Так что вот так вот. Ребята, в целом, вкратце объясняю. Слава тебе, Господи, рака у меня нет. Узлы, но узлы большие. Но, как он сказал, пока оперировать их не стоит. Ну, а там уже, как он сказал, будет решать ваш врач уже, надо будет оперировать или нет. С этим вроде бы разобралась, да? Сейчас к эндокринологу запишусь, что он дальше мне скажет. Теперь будем разбираться по-женски с
с водой в трубе. Можно так сказать. Так что вот такие вот у меня новости. Посмотрим. Будем надеяться, что и там будет тоже все хорошо. Очень на это надеюсь. Очень сильно устала. Очень болит горло. Сейчас попью теплое молоко. Он сказал, горячее не пить, холодное не пить. Желательно тепленькое только пить. Поэтому будем пить тепленькое молоко. И будет у нас все окей. Всем желаю всего самого хорошего. И всем говорю пока-пока. Дорогие друзья, знаете, что я вам забыла показать? Нам очень нравятся магнитики, да, Маша? И смотрите, какой я в Перми выбрала красивый магнитик. Вот скажите, это красота. Он тут делается на двух магнитиках, и вот такой вот он красивый. Сколько стоит? 150. На, Машенька, иди на холодильник, на самый-самый верх делай. Вот такую вот забыла. И сегодня покупала специальный лейкопластырь, 60 рублей заплатила, он бумажный. Когда мне здесь повязку делали, рукой держать было всегда неудобно, я ее приклеивала. Ну, он дома где-то понадобится, поэтому вот так вот. Ладно, сейчас чай попью и буду монтировать видео, которые предыдущие, которые вы уже, наверное, посмотрели.